Серьезно? Я не верю. Жуки. Жуки. Вот у меня слов нет. Откуда они здесь? А, да, надо ж пол металлической плитки покрывать. Приехали, назову. Бежим, ребят, вооружаемся. Так, ладно. А попробуем их встретить хорошенечко. Я жуков ненавижу. Там никто не пусть скажет, кто их любит, да? Так, и еще мне тут оружие. Не видно нифига. Чего про пофигу? Ладно, пусть бегает. Так, есть оружие, есть оружие. Че, ребят, прикрытие-то обеспечим, давай. А ты у нас как самый боевой товарищ. Помогай. Жуком справиться не могу. Ты? Их убили жуков. Уничтожить нафиг эту хрень. Погоди, это что, жучок, что ли, маленький? Не понял, ладно, короче. Слушайте, я не ожидал, что в таком холоде могут жуки появиться. Для меня как-то ново. Вообще-то, по идее, это еда даже. Да? Еда, еда. Так, лечить себя. Ничего страшного нету. Назначено лечить сам себя. О, так ты не назначь, ё-моё. Происходит. Каникула Universal Rifle. Блин, вот это вот хорошая винтовочка. Ее взять как-нибудь.
Ой-ой-ой, это такая хорошая винтовочка. Так, надо тогда подождать, пока эти дятлы уснут сейчас. Тут порядок немного наведу. Кровать сломали. Да и надо забрать это оружие будет. А вот и пришли ребята. Я про них говорил когда-то. Они вот сейчас строят миномет. Но ихняя проблема в том, что ихние доспехи убирает, короче, вам возможность работы. Я их когда-то одевал, вот они сейчас будут устоять, пытаться пилить, что-то делать. Сталь бы у них свинтить. Так, с едой у меня пока есть. Можно, кстати, мясо насекомых еще пожарить. Неужели насекомых можно? Мясо насекомых тоже, думаю, можно жарить. У меня тут с едой не так все хорошо, как хотелось бы. Пусть готовят. Давайте пусть там парятся, когда сюда пойдут в атаку, я уж покажу. Мясо насекомых можно и не жарить. Так, ребят, пошли. Это повторяется, все в порядке. Все в порядке с ивентами. Эти за мной попрутся сюда. Да? А у меня мясо будет нормальной еды и еще шкурки трумба. Чего? Варги? Серьезно? На меня нападают. А, не на меня. За этим надо будет посмотреть. Нахрен дверь закрою. Ребят, как спят? Они не спят. Блин, сколько еды пропадает. Погоди, а сколько у них мяса-то хоть? 70 килограмм. Такую даль бежать. Даже не знаю. Сейчас мне тут червячки будут защищать, так что можно даже голову себе не парить всякой ерундой. Так, мясца у меня уже. Я никто не хочет разделать, это все-таки тип еда, да? И ничего так. Где бежишь? Я переключаешь питание, понял. Ит, серьезно? Блин, когда он мне приручиться успел?
Я сейчас, ну и дебил этот не попробует. Так, стоп, а у меня домашняя область-то нету. Погоди-ка. Да, все в порядке. Давай свою жопу поднимай, кусок мяса. Эй, ты! Выспался хорошо. С этим придурком еще. Короче, я вот так вот сделаю, будет попроще. Они любят выскочить куда не надо и когда не надо. Блин. Я не ожидал то, что у меня даже дракочек. Ой-ой-ой. Аптечки у меня кончились. Что? Домой? Его не трогают. Порядок. Отлично. Так. Кто у нас там кок этим занимает? Здрасте. Да-да-да, мне тоже его очень жалко. Сколько там мяса? Ни хрена себе с этих трумбомясца. Неплохо. Думаете, атаковать-то собираются? Ладненько, я тогда покажу уже, когда эти дурни пойдут в атаку, а то вот что-то как-то... Ну, как я мясо тут зарабатываю, еду себе готовлю, думаю, вам прекрасно уже понятно. Тырю по ночам, но тут выбора не остается. Но бывают удобные моменты. Вот. Как мне варгов бы стырить? Вот это вот вопрос. Надо что-нибудь придумать. Хотя 5 штучек. 5 на 7. 210, да? 210 килограмм мяса. И за них рисковать? Хз. Пошли, ребятки, в атаку. У меня тут грозовой шторм. Чего у меня тут только, короче, нету? А что еще за... А, да. Эрдроп упала. Где эти ребятки-то? Сейчас я их найду тут. Ага. Я гудь. Один, кстати, у них тут уже помер. Я тут присмотрел себе. Пой хрен с ним. Аль, ладно, я наберу с горем пополам. Зажигалочки. И осколочки есть. Хотя трупы я тоже заберу, я их переделаю. Я их переделаю. Надо подождать, пока все драконы, правда, уснут. Эх, ребята, мне вас жаль. Блин, крепкий какой. Мужик. Ну, у них броня, конечно, топовая.
стресс. Нормально. Даже его не преследуют, он убегает. Так, ладно, потом будем проводить операцию. Выбрить что только можно. Вот самая неприятная хреновина, которая может быть. Долбанный красный дракон. Вот ж, блин, этой твари мне здесь не хватает. Опаснее всех этих драконов вместе взятых раз 50. Это и да. Ладно, буду ждать, как мы попытаюсь хотя бы подбрить что-нибудь. Блин, красный дракон. Чтоб ему пусто. Это жесть. Это просто тупая жесть. 48. Криву драгонидов. Ох. Этот бобенцию нашел себе. О, не себе, в смысле. А вот сюда вот грохнулась. Два раза пыталась убежать глушом. Здесь падала. Бедная замерзала, ее два раза вытаскивал. Что-то я хотел ее захватить и спереть у нее мозговой имплант. Она ко мне перешла, ладно, пусть будет. Так, вот теперь вопрос. Не надо этого криву драгонида как-то захватить. Ай-яй. Я знаю, знаю, знаю. Во-первых, кто-то, интересно, кто его завалил? Так, для чего он умер вообще? Твою мать, это долбанный красный дракон. Куда он, кстати, делся? Ну, места все равно с него будет. Ну, подгрыз его немножко, ладно. А погоди-ка. Где этот красный дракон злобный? Я знаю, это сволочь где-то здесь. Не важно. А по поводу тараканов я вообще не волнуюсь. Они сейчас тут все передохнут, я потом буду бегать их трупики собирать. Это вот кому интересно. Они уже тут начинают дохнуть постепенно. Это тоже еще один такой заработок мяса. Потому что если такие хайбы появляются, я не знаю, чем их одолевать, если честно. Они слишком довольно суровые. Так, и дракончика мясо есть, и мне есть халявка. Ага, полностью здорово, отлично. Я тут просто одежду им делаю. Мне очень не помешает. Ты какого дебила там делаешь, кретин? Я же убирал зону уже, который раз убираю ее. А, я же без ограничения поставил, точно. Туплю, туплю. Бывает. Так, здесь мы уже все очистили.
Ок. И разделывай. Я лучше это получается. И бедный какой злой, укусить меня не смог. Попинал, попинал, успокоился. Как у тебя там здоровье? В ознобик, это друг мой. До следующего буквально утра. Стоп. Золото, блин, мне золото тоже нужно. Здесь-то у меня серебро, это я знаю. А вот пласталь я еще не видел. На тоже на ее пока нет, увы. Это жесть. Это просто тупая жесть. 48. Криву драгонидов. Ох. Кстати, бобенцию нашел себе. О, не себе, в смысле. А вот сюда вот грохнулась. Два раза пытался убежать голышом. Здесь падала. Бедная замерзала, ее два раза вытаскивал. Что-то я хотел ее захватить и спереть у нее мозговой имплант. Она ко мне перешла, ладно, пусть будет. Так, вот теперь вопрос. Не надо этого криву драгонида как-то захватить. Я знаю, знаю, знаю. Во-первых, кто-то интересно, кто его завалил. Так, для чего он умер вообще? Твою мать, этот долбанный красный дракон. Куда он, кстати, делся? Ну, места все равно с него будет. Ну, подгрыз его немножко, ладно. А погоди-ка. Где этот красный дракон злобный? Я знаю, это сволочь где-то здесь. Не важно. А по поводу тараканов я вообще не волнуюсь. Они сейчас тут все передохнут, я потом буду бегать их трупики собирать. Это вот кому интересно. Они уже тут начинают дохнуть постепенно. Это тоже еще один такой заработок мяса. Потому что если такие хайбы появляются, я не знаю, чем их одолевать, если честно. Они слишком довольно суровые. Так, и дракончика мясо есть, и мне есть халявка. Ага, полностью здорово, отлично. Я тут просто одежду им делаю. Мне очень не помешает. Ты какого дебила там делаешь, кретин? Я же убирал зону уже, который раз убираю ее. А, я же без ограничения поставил, точно. Туплю, туплю. Бывает. Так, здесь мы уже все очистили. Ок. И разделывай. Я лучше это получается.
Твари, бедный, какой злой, укусить меня не смог. Попинал, попинал, успокоился. Как у тебя там здоровье? Вознобик, это друг мой. До следующего буквально утра. Стоп. Что? Золото. Блин, мне золото тоже нужно. Здесь-то у меня серебро, это я знаю. А я вот пласталь я еще не видел. На тоже на ее пока нету, увы. Ну что ж, два нападения. Не очень веселых. Правильно, дракошки-то сыты. А что здесь такое было? А, здесь гроза была, подожгла все. И механоиды дурацкие. Ладно, посмотрим, что из этого будет все. Своих я уже вооружил. Пробую, успею, может, несколько ловушек поставлю. Эти идут явно ко мне, да? Это плохо. Ага. Эти почему-то отступают. Да нифига не отступают. Нет, отступают. Что же там у вас случилось-то такое? О, и здесь жуков-то сколько. Не смогли справиться, бедолаги. Так, ну получается, меня жуки спасли. Мило. Прикольно, но безумно. Так, а кое-чем я не подумал. Это о том, что сейчас минус 7. И жуки могут расплодиться очень сильно. Если они расплодятся, это мне каюк. Это ой какой быстрый. Так, ребят, все здесь собираемся. Куда идешь? Разделывает, молодец. Давай-ка я тебе сделаю ограничение домашнюю зону. Иначе сейчас разделают тебя.
Жуков-то много, я вам скажу. Давай сюда переходи. Это что было? Очень понятно, я хрен с ними справлюсь. Здесь вообще без вариантов. Такой толпой мне не справиться. Блин, надо что-то думать. Может, стационарные пулеметы, миниганы попробовать сделать? Турельки, к примеру. Надо.